Какой шикарный музей этот. Картина. Стефан Сенфорд. Наверняка владелец какой-то. Кто он такой, не написано. Потом почитаем. Irish bred steeplechaser. 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 Ну и слово. Steeplechaser. Весы. Да, наверное, взвешивали этих. Вау. Какие тут личности. Not now. Okay. Thank you. Okay. Спрашивал дядечка, или я видела кино. Вау, это все золотые. Ты хочешь кино смотреть? Спрашивал он. Я думала, что он сейчас будет мне замечание делать, что я тут снимаю. Он спрашивал, или я видела муви. Сколько золота и серебра. Обалдеть. Так, кто это у нас такой? Эдвард Эванс. Красиво. Я хочу быстренько поснимать, а то боюсь, что не будет зарядки. Поэтому я хожу быстро. Просто тут столько всего интересного. Обалдеть вообще. Смотри. Обалдеть. Вот какой он маленький был. Это копия этого товарища, который выиграл в 73-м году. А это его... Тот, кто за конем следил. Да. Лошадь. Это супер. Вот так перевозили лошадей на кораблях. Интересно. Быстренько зайду еще в галерею в эту. Да. Ну все, наверное, выключусь на вот этой прекрасной картине.